Мускулкар в рестайлинге Mad Max получил новые мышцы. Он стал шире, немного занизился клиренс. Форма и дизайн бамперов приобрели современный стиль, а капот с технологическим воздухозаборником в стиле демон придал больше агрессии. Дополнительными декоративными элементами стали лезвия на порогах, спойлер крышки багажника и классическая увеличенная губа переднего бампера. И все это подчеркнули рестайлинговые фары с безумными ходовыми огнями. Автомобиль получил мощный и объемный двигатель Hemi V8 6,4 литра. Его отдача составляет 477 лошадиных сил и 637 ньютон-метров тяги. Разгон до сотни за 4,8 секунды, как утверждает производитель. В качестве трансмиссии пятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод у спорткара традиционно задний, а ходовая часть полностью независимая, многорычажная для максимально отточенного управления. На всех колесах дисковые тормоза, суппорты от Brembo. Спортивная подвеска может работать в трех режимах – авто, спорт и трек. Через весь профиль проходит фирменная линия, изгибающаяся на заднем крыле. Одна из отличительных моментов спорткара, которая сохраняется от поколения к поколению. Салон купе выполнен в спортивном стиле. Мультифункциональный руль приятен на ощупь и удобен для охвата. Традиционная приборная панель включает 4 колодца с черной тарировкой на белом фоне, что позволяет водителю без труда считывать всю информацию. Еще надо сказать, что у маслкара превосходная обзорность. Чтобы сузить низ передних стоек, которые мешают обзору, инженеры перенесли боковые зеркала на двери.